Всем привет! Я не знаю, как будет звук. Дует ветер. Набрал песочек. Thank you.
очень много золота попадается. Вот так вот. Ух ты! Вот это брюлик. Ёлки-палки. Вот это брюлик. Еще один алмаз. Вот это да. Ух ты, мелкий-мелкий изумрудик попался, очень мелкий. Такой маленький, ладно. Пусть не нужен. Совсем маленький осколочек. Нету больше алмазов. Нет, алмазов больше нету. Брюлики это, конечно, впечатляют. Просто в шоке. Такие вот богатства. Золото сюда пока скидываю в кучу, потом заберу. Ну ты даешь, взял и брюлик уронил. Найду его, вот он. Продолжаем. Ветер дует. Моем пески. А это что? Ай. Самородки. Блестят самородки. Давайте тогда тут наберем. Раз тут блестит все. Опа. Еще один самородок. Оно гнездами скапливается. Гнездами. И алмазы. Я бы больше комментировал, но дует ветер. Золотишечка снова, целая куча. И вот так вот делаем. Опа! Посмотрите. Алмазы сразу они оголяются. Алмаз. Шикарный просто. И золото, целая куча. Такое средненькое золото. Смотрим, что у меня тут. Какой улов вышел. Золото. Ух ты, вот это алмаз.
Вот это алмаз. Сюда пока уберу. Еще один изумруд. Такой мелкий. Осколочек изумруда. Ладно, он меня не интересует. Опа! Еще один алмазик. Итого 3 алмаза. Золотишечко убираю в сторону. Сейчас я это уберу куда-нибудь в пакет. И дальше буду мыть. Вот этот самородок очень такой хороший. В принципе, эти неплохие. Все. Ищем, занимаемся. Кого интересует, тот ищет. А не сидит дома на диване.